7 лет исполнилось безвизовому режиму Молдовы с Евросоюзом. С 2014 года этой возможностью воспользовались почти 2 миллиона 400 тысяч граждан. Статистику предоставили в Министерстве иностранных дел. Если еще 7 лет назад в ЕС въехали почти 158 тысяч граждан нашей страны, то в 2019-м более 890 тысяч. Однако в прошлом году пандемия коронавируса сказалась на свободном передвижении в Шенгенской зоне. В сравнении с 2019 годом, в 2020-м число побывавших в Европе сократилось почти в 2,5 раза – до 366 тысяч. Количество поездок уменьшилось почти втрое – с 2 миллионов 300 тысяч 2 года назад примерно до 793 тысяч в прошлом году. Неблагоприятная ситуация сохраняется. С января по апрель совершено почти вдвое меньше поездок, чем за этот же период в 2020-м – около 200 тысяч. По данным Европейского агентства пограничной полиции и береговой охраны, с 2014 по 2019 менее чем в половине процента случаев гражданам Молдовы отказали во въезде. И только в 0,7% случаев пребывание было незаконным. В ведомстве подчеркнули, что цифры свидетельствуют об ответственном отношении наших соотечественников. С другой стороны, за последние два года отказов во въезде стало больше. Зарегистрировали около 8600 таких инцидентов. Участились и случаи незаконного пребывания. Таковых было примерно 20 400. Министерство объясняет это ограничением визитов в Европу, когда страны впускали иностранцев только в случае важных поездок. К тому же весной и летом прошлого года международные пассажирские перевозки и вовсе приостановили.